Ну что ж, вот она, тотальная ликвидация склада и прямо сейчас рубрика «Хобби в прямом включении». Я ваша ведущая Дмитровская Елена и с удовольствием представлю вам главный товар сегодняшнего дня. В эту тотальную ликвидацию нам удалось добыть для вас самое популярное предложение – это блоки интерьерного покрытия. 15 оттенков для вашего сногсшибательного ремонта и преображения вашей прихожей, детской комнаты. Например, вы тоже можете ее преобразить именно вот так, сделать. Проходим дальше, и здесь у нас великолепная, шикарная гостиная, ванная комната, туалетная комната, ну и, конечно, спальню вы можете преобразить в самый настоящий будуар императрицы. Ну а, конечно, как это сделать, вы спрашиваете? На все вопросы отвечает эксперт нашего телеканала Алексей Мичурин, строитель со стажем, за плечами которого миллион ремонтов дворцов. И пароходов. Квадратных метров. Здравствуй, Леночка. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас этим прекрасным воскресным утром на нашей программе для того, чтобы показать вам, как вы сделаете ремонт с помощью блоков интерьерного покрытия. Итак, друзья мои, чем хороши эти блоки? Чем они хороши? Идут уже в нарезанном формате 70 на 70 сантиметров. На оборотной стороне у них находится липкий слой. Он защищен специальной бумагой, которую вы легко снимаете, открываете его и можете уже наклеивать эти блоки прямо на стену, не подготавливая стены. Слушай, а вот на какие покрытия мы можем клеить наши блоки интерьера? Абсолютно на любые. Это и фанера, и ОСБ плита, такая стружечная фанера. Есть металл, можно на плит. Можно на покрашенную стену, на деревянную, на бетонную и даже на гипсокартонную. То есть это уникальная формула универсального клея. Дальше, еще раз, поверхность вы никаким образом можете не обрабатывать, не выравнивать. Она может быть даже с какими-нибудь дефектами, потому что блоки имеют 3D-фактуру и легко все эти дефекты устраняют. То есть вы ничего не увидите, что там на них есть. Ну и сделаны они из великолепного материала, который называется вспененный ПВХ. Слушай, из носостойки они вообще у нас будут? Да, то есть они не боятся загрязнений никаких, если ребенок вдруг у вас что-нибудь нарисовал. Они не боятся воды, они не боятся жирных пятен и даже таких горячих пятен, которые на них могут попасть. Вы всегда можете взять тряпочку и легко и просто все это стереть. То есть данные блоки можно использовать в ванной комнате, непосредственно там, где у вас стоит раковина. Можно использовать на балконе, на лоджии, на даче, не боясь, что они придут в негодность после того, как их вы намочите. Блоки устойчивы к таким воздействиям. Да, а также какими свойствами они обладают? Обладают дополнительными свойствами звукоизоляции, влагостойкости, теплоизоляции, антивандальности, антистатические свойства имеют, ветрозащиту, ну и устойчивость к выцветанию. Когда на них светит солнце, они не будут выгорать. Вот такие дополнительные бонусы вы получаете, приобретая эти блоки. Ну, давайте посмотрим на преображение, которое нам присылают наши телезрители. Посмотрите, это ваши кухни, это ваши прихожие, это ваши гостиные комнаты, которые вы сегодня отдекорировали своими руками, без привлечения посторонней помощи, без затрат на дорогущие строительные материалы. Просто дома сделали вот такой евростильный ремонт, который сохранится на долгие годы. Это блоки интерьерного покрытия. Они у нас за одну презентацию разлетаются более чем 2000 комплектов. Вы получаете 10 листов, которых вам хватит на 5 квадратных метров. И вот они, ваши цвета. Альпийский дуб, который является самым популярным оттенком в коллекции. Греческий мрамор, который мы сейчас с Алексеем как раз использовали. Да. Сумерки, какой шикарный оттенок, посмотрите. Моя мама выбрала для своей кухни цвет золотое ретро. А вот Алексей Мичурин для своей дачи, для ванной комнаты. Выбрал белый цвет. Кирпич. Да, выбирайте для себя тоже. Есть у нас массив дуба. Мне вот он очень нравится, потому что, знаешь, он здесь прям реалистично напоминает срез. Стилизация под дерево. Действительно, данные блоки великолепно стилизуют и кирпич, и дерево в данном случае, и действительно являются таким преображением в вашем интерьере. А золото инков, посмотрите, как эффектно смотрится. Кирпичный оттенок будет шикарно смотреться как в гостиной, на кухне или в прихожей. Горячий мокко, кленовый сироп. Успевайте дозваниваться, потому что цена действует только сегодня. Вы получаете 10 листов на 5 квадратных метров за одну 1999 рублей. Вы знаете, у нас такие блоки обычно 3,5, да, стоят 4,5. Только сегодня в ликвидации склада у нас самая максимальная скидка. Успейте дозвониться прямо сейчас. У меня мама переехала в новую квартиру. Так. Да, и у нее остались блоки от балкона, но она про них забыла. Мне звонит в ужасе и говорит, я пригласила строителей, которые насчитали мне смету для кухни,
порядка 60 тысяч рублей. Ого, потому себе. Что только одну столешницу ей насчитали 40 тысяч, фартук, да, 40 тысяч рублей. Работа, выравнивание стен, побелка, итого 56 тысяч. Вы представьте эту сумму, это целый отпуск можно, да, потратить. Ну можно и всю несколько пенсий, я так понимаю. Конечно. Да? То есть вот, 2 месяца пенсии. Да, я говорю маме, ну будем копить, ну что ж, надо так надо. И она мне на следующее утро звонит и говорит, Лена, денег не надо. Что я сделала? Я говорю, а она сама сделала ремонт собственными руками. Посмотрите, как это сделала она. Давайте. Привет, Лена. Привет. Посмотри, как я оклеила кухню. Экономно, красиво и очень выгодно. Вот. Ой, какая молодец. Посмотри, а? Она вырезала все под вытяжку, да, под розеточки. Да, да. Я оставила еще кухонный место для фарт. Шкафчика, который ей уже повесили. То есть посмотрите, насколько это быстро, насколько это легко. Маме 71 год, и она справилась совершенно самостоятельно. Одна до потолка, оклеив себе кухню. Сможете и вы прямо сейчас это сделать. Главное успеть дозвониться именно сейчас, потому что у нас остается мало времени и ограниченная партия. Легко, быстро справится абсолютно любой человек. И преимущество того, что действительно данные блоки уже нарезаны на удобные такие вот форматы 70 на 70 сантиметров, и можно их начинать клеить откуда угодно. То есть вы можете и с середины, и сверху, и снизу, и уже потом доставлять, собирать, как будто это мозаика. То, что мы вам и продемонстрировали. Ну а для каких комнат они подойдут? Абсолютно для любых. И жилые комнаты. Детская, спальная, гостиная, кабинет какой-нибудь красивый. Ну и, естественно, нежилые комнаты, такие как кухня, ванная, туалет, может являться альтернативой кафелю, который является очень дорогостоящим. Плюс ко всему, блоки еще раз могут устранять дефекты на стенах. Допустим, почернение, трещина. Краска облезла какая-нибудь, штукатурка облупилась. И вот для того, чтобы не выравнивать, не тратить на это деньги, вы можете наклеить блок и устранить это все. Да, скрыть, смотрите, все это на себе. Греческий мрамор у нас есть, парижский туман, кленовый сироп, альпийский дуб, кирпичный оттенок, дуб молочный, сумерки, белый оттенок, цвет массив дуба, очень красивый золотой ретро, который мама моя выбрала. Стокгольм, посмотрите, как эффектно. Золото инков, дуб золотистый, горячий мок, и черный кварцит. 15 оттенков вашего нового интерьера. Это супер цена. 1999 рублей. Звоните прямо сейчас за 5 квадратных метров. Добирайте до бесплатной доставки и делайте первый заказ прямо сейчас.